Особое мнение на 101 FM. 13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Ксения Казакова. Я приветствую слушателей и представляю вам нашего гостя. Депутата Кировской городской думы, руководителя регионального отделения партии «Коммунисты России» Николай Барсуков. Николай, добрый день. Добрый день, уважаемые товарищи. Я предлагаю начать с подведения итогов единого дня голосования 8 сентября. В Кирове на дополнительных выборах в Кировскую городскую думу победили два кандидата, два представителя «Справедливой России», предприниматель Альберт Бекалюк и представитель Кировского молочного комбината Надежда Сураева. Каждый из них получил почти вдвое больше голосов, чем их ближайший конкурент. Явка на этих выборах, несмотря на прогнозы экспертов, в 7-8% составила 11,6%, что в полтора раза больше, чем на аналогичных выборах прошлого года. И вот из всех этих цифр меня интересует несколько моментов. Первый, почему и за счет чего, на ваш взгляд, выросла явка? Ну, технологии предвыборные и проведение выборов существуют разные. То есть от привода прямого до каким-то образом убеждения избирателей и так далее. То есть я считаю, что и по всей стране, не в большом масштабе, но тоже явка выросла, потому что и, там, из-за протестных действий, которые в Москве проходили по выборам. Ну, кстати, Панфилова об этом же сказала, что, по-моему, на 3% общая явка по всем регионам, она выросла. Общая явка везде выросла за счет вот этих протестных действий. Поэтому... То есть вы считаете, что вот Москва, там, как, не знаю, центр такой протестной активности, она в том числе как-то опосредованно оказала действие на всю... Я думаю, не сильно, потому что, учитывая, что в основном вот эти протестные действия, они идут в сети, а вся сетевая, так сказать, те, кто живет в сети, те, кто, так сказать, читают, то есть молодежь и так далее, они в основном не ходят на выборы. Поэтому здесь просто общая такая ситуация. Плюс, я говорю, технологии, приводы и так далее. То есть это тоже были использованы, я думаю, и нашими кандидатами. А как вы считаете, сказалось ли, вот я просто мое мнение, что в том числе на явке сказалось вот наэлектризованность населения после реформы общественного транспорта, о том, что она не состоялась, и население очень негативно ее восприняло. Как вы думаете, повлияло ли это как-то? Ну, честно скажу... Потому что это было прямо вот накануне выборов. Да, я слышал, хотя бы в упоре в этот момент, но, не знаю, вот по своим личным ощущениям, по ощущениям там, друзей, знакомых, ну, это не сильно накалило обстановку. То есть, хотя это, конечно, такой достаточно интересный прецедент. Поэтому я считаю, что здесь больше из-за использования каких-то технологий. Угу, поняла. Второй момент давайте обсудим, который меня тоже в связи с результатами выборов интересует. Победили два справедливоросса, два единоросса проиграли, соответственно. Это для «Единой России» что? Политический провал? Не знаю, кто более активно работал. Я считаю, что здесь мог победить любой депутат от любой партии, кандидат от любой партии, учитывая, что работая на именно мажоритарных округах, то есть когда одномандатники идут, они в силу своих желаний и возможностей это можно пройти. У нас в городе не так достаточно сложно. Если человек реально хочет работать в городе, приносить пользу городу, и у него есть возможности и ресурсы. Хотя ведь у нас, если помните, были прецеденты, когда люди проходили в законодательное собрание, только напечатав какую-то часть, небольшой тираж, и пройдя по квартирам, именно поговорив с каждым кандидатом. То есть такие шансы есть. И если человек настроен на реальную работу, то я думаю, что может город свернуть. То есть вы думаете, что это благодаря активности? Я думаю, что предвыборной активности, конечно, это в первую очередь. То есть, а что нужно было сделать? Нужно было, вот залог-то успеха в чем? В том, что нужно было пройти ногами, вот вы говорите, там победили ногами депутаты и собрания. Проводя встречи с избирателями, проводя... Ну и плюс, учитывая, что именно на этих же территориях находятся производства кандидатов, депутатов нынешних. Так что я думаю, одного что... точно. Одного точно, да. Поэтому я думаю, что тут люди, которые работают с этим человеком, пошли, проголосовали. То есть каким образом... Смотрите, для руководителя «Единой России», региональной «Единой России» в лице секретаря Владимира Быкова, такой результат партии, такой результат кандидатов на выборах в административный центр, он будет ли иметь какие-то последствия со стороны, может быть, вышестоящего партийного руководства? Ну, если
честно сказать, как бы отношение именно вышестоящего партийного руководства, как нашего, я не думаю, что в «Единой России» чем-то меняется. То есть отношение к именно к мажоритарным округам такое, что я, конечно, не берусь за «Единую Россию» говорить, скорее всего, там немножко другое, но в основном мы боремся по пропорциональным спискам, поэтому... То есть кандидат от одномандатного округа, он там не такой, может быть, важный, не такой он важный для партии, там, с точки зрения, не знаю даже чего. Да, да. То есть вы посмотрите, что всегда, например, идет, когда идут результаты выборов, там больше показывают, не кто прошел по одномандатному округу, даже по всей стране, например, сейчас, когда были единый день голосования, а в основном какие проценты по пропорциональному округу. А в Думе всегда депутаты говорят, одномандатники, о том, что вот мы, нас избрали народ, мы избраны народом, и вроде бы мы, ну, наш вес, он более такой, более серьезный, чем депутатов по партийным спискам. Ну, я говорю для партии, а не для самого кандидата. Конечно, для самого кандидата это более весомое, и он же это практически сам и сделал, то есть он да, прошел. Да, конечно, поэтому, это же его победа. Поэтому его победа, да. Поэтому они считают себя более весомыми. Хорошо. Давайте поговорим о том, что в городской думе будет происходить в связи с этими результатами. Нет, мы еще не коснулись даже... если мы сразу пошли наших результатов. Ну, по вашим результатам давайте чуть попозже. Сейчас мы закончим с тем, как изменится, может быть, расклад сил в городской думе. Я думаю, что никак не изменится. Почему и тут, так сказать, и для «Единой России» не так принципиально, потому что все равно большинство «Единой России». Смотрите, 20 депутатов-единороссов, 16 оппозиционных депутатов. И при этом мы знаем, что в стане депутатов от «Единой России» есть люди, которые по важным, по серьезным вопросам могут голосовать против и вразрез с мнением большинства. Ну, из-за двух депутатов это не изменится, это уже было, и уже голосовали. 16 плюс, там, допустим, 2-3 плавающих депутата, получается, уже расклад уже совсем другой, примерно 50 на 50. Ну, именно таких активных, что мы 100% голосуем там не так, то это нет. Это по некоторым вопросам, как вы правильно сказали, по некоторым вопросам точно так же было. Ну, например, по наиболее острым, например, как там транспортная реформа та же. Поживем, увидим. Угу. Ладно, давайте теперь, к вопросу, который вы озвучивали. Как вы оцениваете результаты вашей партии на выборах в Кировскую городскую думу и, может быть, там с прицелом на всю страну? Да, давайте. Ну, по Кировской городской думе, конечно, были большие надежды на Антона Долгих, потому что, сами видите, тут, так сказать... помешали ему, то есть он практически за 2 недели до начала выборов, то есть не смог не провести практически не напечатать материал, то есть занимался в основном только именно удалением данных препонов. Угу. Поэтому я скажу, что тут, кстати, наши надежды Алексей, конечно, Перевозчиков, но он еще у нас молодой политик, конечно, по возрасту не молодой, но именно политик молодой, поэтому тут... Он впервые участвовал в выборах, да? Да, он впервые участвовал в выборах, поэтому тоже считаю, что... конечно, много не доделал. В связи с тем, что я находился в другом регионе, тут полностью руководить его процессом не мог, но и сразу изначально... А вы где находились в этот момент? В Мариэл. Там тоже выборы проходили? Там тоже выборы, конечно, проходили. Там более высокого уровня проходили выборы. Поэтому ребятам было сразу сказано, что пытайтесь, работайте самостоятельно. Большой поддержки от партии именно здесь, нашего регионального отделения. А избирательную кампанию они какую проводили? Может быть, встречи с населением? Ну, встречи с населением, но в основном Антон, конечно, сделал больше выбор на сеть, работу в сети, так как мы все прекрасно знаем его как хорошего блогера, ньюсмейкера именно по сети. Но все равно, как бы, мы с ним долго этот вопрос обсуждали неоднократно о том, что все-таки кто в сети, они не идут на выборы и часто голосуют не за нас. Даже если приходят. То есть это более молодой возраст. У нас все-таки электорат, хотя мы более молодая партия, чем КПРФ, Коммунисты России, но все-таки за нас голосующие более такой возраст от 30 там, до 40 лет где-то в этом промежутке. Я бы насчет интернета хотела бы, наверное, немножко поспорить, потому что на этих выборах выдвигался Николай Морозов от партии КПРФ. Да, и он вел достаточно активную кампанию в интернете, в том числе за счет таргетированной рекламы. И он тоже, человек, впервые участвующий в выборах, набрал 588 голосов. Но мы думаем, что, возможно, за счет как раз интернет-ресурсов. Я думаю, что за счет имиджа партии КПРФ.
Но второй кандидат КПРФ не набрал таких результатов. Ну, здесь можно поспорить, долго обсуждать этот вопрос. В принципе, из-за таких результатов составлять какие-то социологические исследования и прочее, я думаю, что нет смысла. Но, по крайней мере, это вопрос для большого спора, и который нет смысла, так сказать... Давайте кратко подведем итоги. Значит, как вы оцениваете выборную кампанию для коммунистов России? По крайней мере, без определенных капиталов вложений и без участия в по-хорошему выборов Антон набрал 13% от избирателей. Я считаю, что это неплохой результат. Конечно, ожидания были гораздо больше и выше. Если бы смог, то, но, видите, не дали. И тут мы говорим о том, что мы тут партия. Мы как раз вот ее показала, что мы оппозиционная партия, и нашего кандидата как раз сняли с дистанции, только в последний момент восстановили. Так что я считаю, что он себя проявил. Тем более мы прекрасно видим, как там КПРФ сейчас относится, написали какие-то непонятные жалобы. Я когда увидел на Антона, что там по детям и так далее, это я считаю, что вообще морально, по большому счету, как бы там, как кто ни относился, хотя, помнится, в 2016 году Антон работал как раз на КПРФ, точно так же пытался нас снять с выборной кампании. Николай, я вынуждена вас прервать, нам нужно уйти на перерыв. Это особое мнение, его сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Николай Брусков. Особое мнение на 101FM. Возвращаемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Николай Барсуков. Мы до перерыва начали обсуждать итоги единого дня голосования 8 сентября. Еще раз, Николай, давайте подытожим итоги. Значит, по Кирову мы сказали. Давайте по России. Как вы оцениваете результаты партии «Коммунист России»? Ну, оценивая результаты партии «Коммунист России», я хочу сказать, что в первую очередь состоялись выборы в 13 субъектах федерации именно по уровню законодательного собрания, Государственный совет. То есть региональные и муниципальные в административные центры? Ну, я считаю, то есть... Как уже вам говорил в начале передачи, что, в принципе, там, на рейтинг партии влияет больше именно участие в пропорциональных выборах и именно уровень законодательного собрания. Списочников. Именно от этого там, прохождение, сбор подписей в Государственную Думу, если есть наличие хотя бы в одном регионе именно прошедшего списка пропорционального. Поэтому... В первую очередь, мы и возможности регионального деления, участия во всех выборах всех уровней власти, это мы получаем при условии, что мы набираем более 3% при участии в выборах в законодательное собрание. Угу. То есть мы смогли и в Кировской области, даже на примере этого, после 2016 года, когда мы набрали 3% с лишним на выборах в законодательное собрание, мы после этого смогли подготовить список в городскую думу, участвовать в муниципальных выборах без сбора подписей. Все прекрасно представляют, какой сейчас фильтр эти подписи. То есть собрать идеальные подписи очень сложно, и поэтому даже там 150 подписей люди на них спотыкаются. Да, Валерий Турлон, например, по этому основанию завернули. Поэтому здесь это очень большой фильтр, и поэтому прохождение это очень хорошо влияет на развитие партии в том или ином регионе, ну и вообще на рейтинг партии в целом. Поэтому сейчас вот уже по замерам наша партия преодолевает, если вот фонд Левада проводил недавно замер, если бы сейчас состоялись выборы в Госдуму, в нем мы уже преодолеваем 3% барьер, где-то около 4% набираем. Кандидаты ваши избрались куда-то? Кандидаты наши избрались в Туле. У нас прошел список в законодательное собрание. И в 4 регионах, Татарстан, тот же Мариэл, мы прошли, именно вот набрали более 4%, то есть мы набрали более 3%, мы сейчас там можем без сбора подписей выставлять своих кандидатов. Угу. То есть пока на этом этапе у вас задача преодолеть там 3% барьер? Не 3%, 5%, но где удается, то есть считаю, что там в Мариэл, участвуя, помогая в участии в выборах, тоже не доработали, планировали, что все-таки мы преодолеем 5% барьер, и хотя бы у нас там один депутат будет в Государственном Совете Республики. Но, в принципе, этот результат 4,05% нас тоже устроил, потому что теперь мои товарищи в Республике могут активно участвовать в выборных кампаниях без сбора подписей, потому что это очень большая преграда, и это стоит очень много денег. Учитывая, что мы партия
не финансируемы государством, у нас нет таких финансирований, как у парламентских партий, поэтому, тем более, нет этого ценза, то есть поэтому для нас, и как для всех остальных непарламентских партий, это достаточно сложный ценз. Я немножко так посмотрел статистику после текущих выборов в законодательное собрание регионов, ну, отбрасывая Москву, потому что там все были мажоритарные, а остальных, вот, 12 регионах, непарламентские партии, кроме нас, были еще в 7 регионах, зашли, и в 4 регионах они набрали более 3%. Мы в одном регионе зашли, в 5 регионах набрали более 3%. То есть я считаю, что на уровне непарламентских партий все-таки мы постоянно доказываем, что мы являемся 5-й партией в стране. В прошлом году, конечно, были более хорошие результаты выборов. Мы набрали 5 фракций в законодательных собраниях. Uh-huh. А в этом году? В этом только одну. Uh-huh. А все остальные непарламентские партии тоже 5. То есть в прошлом году мы достаточно продуктивнее поработали, но это зависит от региона. Например, тот же регион Татарстан возьмем, там мы набрали 3,68%. «Справедливая Россия» набрала 3,78, по-моему. ЛДПР тоже примерно такой же результат. И там прошли только две партии по пропорциональным спискам. Угу. «Единая Россия» и КПРФ. Но учитывая, что сейчас там тоже есть возможность теперь уже выдвигаться без сбора подписей, этот я тоже считаю, что достаточно хорошая победа. И мы именно в этом направлении развиваемся. И это в преддверии выборов в Госдуму. Потому что мы все-таки готовимся в первую очередь к выборам в Госдуму, чтобы преодолеть 3% барьер, а в идеале, конечно же, чтобы наши депутаты были депутатами Госдумы. Хорошо. В целом, какую вы оценку своим коллегам поставите? Ну, я думаю, 4. Четверочку. Ну, жесткая четверка, конечно, есть куда стремиться. Я думаю, что мы будем развиваться. Ну, учитывая, что мы все-таки стараемся каждый год работать в разных регионах. То есть наша команда, Сергей Садовников у нас в этом году работал в Питере, помогал именно там в сборе, потому что там очень достаточно жесткая была избирательная кампания на уровне. То есть вы региональным Москвы отделением десантируетесь в другие регионы? Да, помощь. Ну пока у нас нет таких крупных выборов, мы стараемся посмотреть, что, где, как делается, чтобы подготовиться. Опыта поднабраться в других регионах. К 2021 году у нас будет и законодательное собрание, и государственное, думаю. То есть к этим выборам надо готовиться основательно и заранее. Ну что, Николай, предлагаю к другим темам плавно перейти, к следующей городской теме. Завтра, 13 сентября, пятница, станет последним рабочим днем начальника департамента городского хозяйства Сергея Леонтьева, который написал заявление по собственному желанию. Некоторые наши эксперты склоняются к тому, что нереализованная транспортная реформа как раз-таки послужила причиной отставки. Вы с этим согласны или, может быть, у вас какой-то другой взгляд на этот? Ну, я думаю, что один из моментов, а в основном, так сказать, ну, люди пробуют себя в разных, так сказать, ипостасиях. Поэтому, ну, то есть он сюда к нам пришел, что себя попробовать? Ну, я не знаю, потому что как все проходило, это достаточно было интересно наблюдать со стороны. Ну, давайте оставим. Что вообще не так с нашей администрацией, что из нее люди бегут? Или что не так с этими людьми, которые туда приходят? Где вот этот вот коса на камень находит? Потому что вот я посчитала, за последние 9 месяцев, получается, вот с января по сентябрь, это уже 5-й человек. То есть практически каждые полтора месяца у нас кто-то уходит. Ушел в феврале Альберт Гутнов, потом уволился Александр Ященко, первый зампред главы администрации, потом Ирина Щеголева, потом Наталья Емельянова в июле. Что происходит и почему? Сложный вопрос. Хотя даже так с первого момента ответить, что там все у нас так плохо, я не могу, потому что мы сами видим, как развивается наш город, и есть положительные моменты. С другой стороны, честно скажу, пока сложно. Ответа нет. Пока ответа нет, по крайней мере, у меня. Хорошо, давайте дальше пойдем. С этим вопросом связанный. Илья Шульгин, глава администрации, сказал, что несмотря на отказ от новой транспортной схемы, подрядчикам заплатят 15 миллионов рублей. Из-за того, что значит, вот транспортная реформа, вернее, реформа маршрутной сети, это часть там, большого проекта комплексной системы развития транспортной инфраструктуры. Но не должна ли, на ваш взгляд, из-за вот этого лота пропорционально быть вычтена сумма невыполненных работ, если они все равно уже, если от них решено отказаться?
Конечно, если какие-то работы не выполнены, их надо учесть в общей сумме, но это, так сказать, волевое решение, хотя, конечно, это наши деньги, поэтому здесь вопрос, я думаю, что достаточно интересный, потому что с одной стороны, мы все-таки должны оставаться людьми, то, что они приняли решение не продолжать эту реформу. Все равно людям, которые занимались, нужно заплатить, но все-таки не выполнена работа, я думаю, что надо... А вы этот вопрос планируете задать Илье Шульгину? Я думаю, что да, он будет задан. На когда? На ближайшем заседании. Оно когда состоится? Оно у нас состоится в последнюю среду месяца. 25 сентября. 25 сентября. Хорошо. Будем надеяться, что там вы этот вопрос зададите, потому что он многих наших слушателей... Единственное, к сожалению, волнует. Я не смогу его задать, потому что я буду в командировке в этот момент. Очень жаль. Но мы передаем нашу просьбу другим депутатам. Конечно, мы с ними встретимся и этот вопрос обсудим. Смотрите, другой момент. Многие наши гости, когда приходили в эту студию, говорили о том, что как раз-таки реализация транспортной реформы, она будет нам оправдывать повышение стоимости проезда. Если мы от нее отказываемся, то, во-первых, вопрос возникает, как бы за счет чего нам обоснуют этот тариф. То есть, что сейчас будет, чем сейчас городская администрация будет прикрываться, говоря о том, что вот нам нужно поднять тариф. Чем она будет прикрываться, я не знаю. Кроме стоимости на бензин, которая там на 30% выросла. Я считаю, что тариф достаточно хороший, и нет смысла его поднимать. То есть вы думаете, что тариф нужно оставить на прежнем уровне? Я думаю, что тариф надо оставить так, на прежнем уровне, и я думаю, что надо все равно изыскивать средства, чтобы людям было достаточно дешево передвигаться по городу, потому что я не сторонник повышения постоянного тарифов, и потому что все-таки у нас не 100% населения имеют транспорт частный, личный и так далее, чтобы ездить по городу, как там, в других странах мира, там, в том же США и так далее, где автобусный транспорт не сильно развит. Но у нас это с советских времен осталось, и система развита, поэтому государство должно помогать, и в первую очередь помогать людям в возможности передвижения. А стоит ли, может быть, отдать вообще формирование тарифов на откуп депутатам? У нас просто такое мнение во вторник высказал вот вновь избранный депутат городской думы Альберт Бекалюк. Забрать эти полномочия у региональной службы по тарифам и вернуть обратно депутатам, потому что раньше депутаты устанавливали цены на проезд и на коммунальные услуги. Я думаю, может быть, интересно. Депутаты больше смогут отстаивать лучше. Учитывая, что, по идее, каждый должен заниматься своим делом, я с точки зрения, что если есть служба по тарифам, которая хорошо считает... Как-то она не очень хорошо, мне кажется, отстаивает. Второй момент, конечно, все-таки мы депутаты являемся депутатами, избранниками народа, поэтому тут мы тоже должны отражать интересы народа. Я думаю, что такой вопрос достаточно интересный, почему я и сказал. И поэтому, я думаю, стоит, надо к нему прислушаться. К этому мнению. Ну, смотрите, жаль, что вас, конечно, 25 сентября не будет, потому что я хотела поинтересоваться, что же будет с Ириной Рубцовой, это глава управления градостроительства и архитектуры. Все мы знаем, что она давала показания по делу Парка Победы, и в том числе наговорила много и про себя. Угу. Вот, я хочу узнать, может быть, вы как-то кулуарно обсуждали, планируют ли, может быть, ваши коллеги как-то этот вопрос вносить, как-то обсуждать, я задать думаю, вопрос или планируется, но учитывая, что я буквально только приехал из Мариэл, и у нас только сегодня Совет Думы, я увижусь только сегодня. То есть он будет сегодня, но попозже, да? Да. Угу. И что, и вы... Нет, я имею в виду то, что я еще не успел этот вопрос ни с кем обсудить. То есть вы ни с кем не обсуждали. Да. Ну, передайте тогда нашу просьбу. Хорошо. Я предлагаю уйти сейчас на рекламу. Это, я напоминаю, особое мнение депутата Кировской городской думы Николая Барсукова. Вернемся и продолжим уже с другими темами. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России» Николай Барсуков. Мы продолжаем нашу тему обсуждать. Завтра в нашей студии 13 сентября с 11 часов губернатор Кировской области Игорь Васильев будет подводить итоги своей работы за 2 года на посту губернатора. Будет отвечать вопросы на вопросы жителей. Как вы оцениваете работу Игоря Владимировича на посту главы региона? Ну, достаточно противоречиво. С одной стороны... Почему?
Ну, сразу хочется спросить. Да. С одной стороны, достаточно много шагов было сделано в направлении, с другой стороны, там слишком изначальная там кадровая политика, то есть слишком сильно поменяли у нас всех практически чиновников, то есть, ну, то есть вас не устраивает кадровая политика, которую... Меня не устраивает, я говорю, просто противоречиво. То есть, с одной стороны, есть плюсы в этом, есть, я считаю, и минусы. То есть, поэтому, с точки зрения именно деятельности, я считаю, что, ну, и с положительной стороны проявил себя, и с не совсем положительной. Я не скажу, что негативной, потому что негативного-то вот не было, но, по крайней мере, некоторые шаги можно было бы делать более активно. Это, думаю, кроме что... кадровой политики? Ну, кроме кадровой политики, ну, я считаю, что все-таки были такие надежды, что после прихода Игоря Владимировича все-таки будет более активно использоваться федеральный ресурс. То есть я, используя там так называемые связи его, я думал, что, по крайней мере, будет больше каких-то... финансированием крупных проектов и так далее. То есть, ну, по крайней мере, я думаю, что, может быть, это еще и будет. Поэтому, ну, смотрите, просто... когда у нас произошло разделение должностей, когда была введена должность председателя правительства, якобы для того, чтобы Игорь Владимирович работал в Москве и как раз-таки привлекал вот эти федеральные деньги, с того момента, там, по информации, может быть, СМИ, там, из разговоров коллег, видите ли вы какие-то изменения, что там федеральных денег в регионе стало больше? Ну, материалов на эту тему стало больше, и вы понимаете, что работа действительно ведется. Ну, это еще буквально только ведь недавно произошло в рамках, я имею в виду, деятельности. Поэтому я не думаю, что тут какие-то глобальные в этот промежуток сейчас события, тем более это, ну, я говорю, что летний период и так далее, то есть это было ведь у нас практически... Ну, а что-то глобальное из действий губернатора? Просто у нас вчера в студии был экс-депутат законодательного собрания Дмитрий Русских. Он сказал, что для него время работы Игоря Васильева характеризуется словом «тишина». Что вот тихо, мирно, ничего не происходит. Я где-то соглашусь с ним, потому что достаточно, как говорится, нет такого активности, нет таких каких-то... Ее не хватает прям... этой активности? Ну, я думаю, что, наверное, да. Хотя хочется иногда пожить и тихонько, тихо, мирно. Поэтому... Хорошо. Если бы у вас была возможность задать губернатору вопрос вот завтра во время прямой линии, о чем бы вы его спросили, попросили, что бы вы ему пожелали? Ну, в первую очередь, наверное, пожелал все-таки более активно заниматься нашим регионом, именно, так сказать, заниматься финансированием нашего региона, потому что мы регион дотационный, поэтому, в первую очередь, развивать наше производство, потому что у нас, если прекрасно, все прекрасно помним, что в советские времена у нас был промышленный, очень промышленно активный регион. Если просто глянуть на карту нашей страны и посмотреть по природным ресурсам, то в Коми нефть есть, в Перми нефть есть, в Татарстане нефть есть. Вокруг нас у всех нефть есть, ну, а не у нас... всех, а у нас нет. То есть у нас, наверное, это и есть. Мне кажется, это не от Игоря Владимировича. Нет, я имею в виду, что с точки зрения, почему не развивалось. То есть я не в упреке каких-то там вопросов о том, что почему у нас нет нефти. Я к тому, что в советские годы, то есть у нас нефть есть. Это тоже, я эту информацию знаю, что у нас есть, развивали. Но так как у нас была область больше промышленная, то у нас и не вкладывали... Упор делали на другое. Упор делали на другое, у нас не развивали добывающую промышленность именно. То есть у нас там лес и так далее, достаточно этого сырья. А сейчас лучше живут те регионы, в которых есть добыча нефти, да, а у нас именно... Ну, потому что у нас экономика сырьевая. Экономика сырьевая, но самое-то главное, промышленность все-таки развивать в нашей стране. Об этом уже давно говорится, хотя это у нас и было, и в нашей области в том числе. Поэтому я бы все-таки желал аспект сделать губернатору все-таки на развитии производства, на развитии нашего именно крупных предприятий, да и не только крупных, а вот именно помощь в развитии производства в Кировской области. Хорошо, мы попросим коллег завтра ему ваши пожелания передать. Спасибо. Я еще раз нашим слушателям напоминаю, что завтра, 13 сентября, с 11 до 13 часов, Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области, будет в этой студии, будет подводить итоги, будет говорить о своих планах, будет отвечать на вопросы жителей региона, жителей Кирова. Поэтому звоните, настраивайтесь на волну 101.0 и слушайте. А я предлагаю продолжить тему про губернатора. Он на этой неделе стал инициатором возвращение регионального материнского капитала.
Согласно проекту, семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года родится или будет усыновлен третий или последующий ребенок, будут положены единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей, 100 тысяч на погашение ипотеки или 50 тысяч на погашение кредита. До 2018 года, когда региональный материал, капитал действовал, семьи получали по 75 тысяч. Выплаты будут производиться из средств областного бюджета. Законопроект уже внесен в Заксобрание, и вполне ожидаемо, что 26 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии будет рассмотрен. Считаете ли вы эту инициативу правильной? Ну, то, что материнский капитал надо, это 100% правильно. Конечно, сумма, я думаю, что должна была быть больше. У меня вопрос даже не по сумме, а вопрос в том, нужно ли стимулировать рождаемость. Нужно, потому что он направлен как раз, мне кажется, вот на это в том числе. Да, да, да. Нет, вы все правильно говорите. То есть это необходимо, конечно, стимулировать рождаемость. И так как у нас все-таки в рамках всего государства рождаемость у нас невысокая, поэтому я считаю, что чтобы мы как нация развивались, нам в первую очередь нужно стимулировать рождаемость. Хорошо. Тогда зачем ее стимулировать, если у нас нет, не хватает детских садов? Вопрос развития нации и детских садов, я думаю, что связан непропорционально. Поэтому развитие нации – это одно, а улучшение ситуации с детскими садами – это другой вопрос. Это уже технический. Ну, подождите, тогда получается, что там, если будет рождено много детей, но родители не могут отдать их в детский сад, соответственно, вынуждены с ними находиться, не могут пойти на работу, разве это хорошо? Это нехорошо. Это надо тоже развивать, но я говорю, что это не взаимосвязанные два момента. То есть надо развивать детские сады, но в первую очередь надо развивать... А вот мне как раз кажется, что вещи это взаимосвязаны, потому что как раз если мы развиваем там и экономику, и создаем рабочие места, то у нас есть возможность, например, там и родителям выплачивать зарплату, и в общем-то в целом это... Если смотреть демографическую ситуацию, то как раз в странах третьего мира люди быстрее, они развиваются, рождаемость больше, и они в итоге вот едут в Европу и заселяют, и у нас скоро там Европа будет уже азиатская, или там не азиатская, Средняя Азия, там, арабская и так далее. Все-таки хотелось бы, чтобы мы как нация остались все-таки русскими. Ну, я имею в виду русскими в кавычках, российскими, то есть, потому что я не делю там на русского и татарина и так далее. Я считаю, что мы в первую очередь должны развиваться активно как... Я-то вас хочу спросить о том, что почему вот эти меры, они, вот на мой взгляд, они такие точечные. То есть мы развиваем рождаемость какими-то вот такими мерами, там, материнским капиталом. Да, это хорошо, я не спорю, но здесь просто вот там несколько моментов есть. Во-первых, у людей нет денег, потому что достаточно вспомнить там пример матери из Нововятска, которая не так давно оставила своего 2-летнего сына на асфальте и ушла. Потом, когда ее нашли сотрудники полиции, она сказала, у меня нет средств там его воспитывать. Ну, а другие родительницы уходят и непонятно, чем занимаются неделю, и как бы тоже забывают про своих детей, это не говорит о том, что у них нет денег. Нет, я говорю о том, зачем нам стимулировать рождаемость, если мы не стимулируем экономику, у нас нет рабочих мест, нет достойной зарплаты, почему мы там какие-то социальные меры принимаем, а, допустим, там экономический блок, он у нас там, ну, провисает, наверное. Ну, я с вами согласен, что это не должно быть, и должно быть... Просто я имел в виду, что это разные вещи, но все равно, конечно, развивать, как я уже до этого говорил, что промышленность надо в первую очередь развивать, чтобы у нас была промышленность, чтобы у нас были налоги, чтобы мы могли развиваться и как государство, и чтобы у нас люди были заняты. Потому что, конечно же, от напрямую благополучия человека зависит от того, сколько он зарабатывает именно в текущих деньгах. Но, опять же, здесь не напрямую зависит рождаемость от благополучия человека. Возьмем ту же Европу, да, то есть у них достаточно высокая стоимость, высокие зарплаты, но рождаемость это тоже низкая, такая же, как у нас. То есть это не говорит о том, что они напрямую зависят. Почему вам и сказал буквально недавно, что здесь наличие детского садика там, для семей с юга, для них есть детский садик, нет, но у них там 10 детей. И это, наоборот, не говорит об этом. А именно там тот же материнский капитал, это я все равно считаю, что это помощь в рождении детей, и это будет каким-то образом стимулировать, да, как бы не самых там богатых семей, да, то есть, ну, по крайней мере, если это будет кого-то стимулировать, то я думаю, что это надо обязательно развивать. Опять же, коснемся детей, вот мы не договорили в первой части там, про Антона Долгих, да, когда там наше отделение КПРФ подало на него такой абсурдный иск, я считаю, что это вообще просто выше всех моральных качеств людей, которые это писали.
Понятно. Давайте к законопроекту губернаторскому вернемся. Считаете ли вы, что его депутаты поддержат? Считаю, что поддержат. Считаете ли вы его социально важным? Да. А считаете ли вы социально важным законопроект ЛДПР, которые предлагают ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет, не посещающих детский сад? Я думаю, что да. Да, я знаю. То есть он тоже социально важный? Он тоже социально важный законопроект. А какой из них социально важнее, губернаторский или законопроект ЛДПР? Не может быть никакой из них важнее, они оба важны. Тогда почему вы считаете, что губернаторский законопроект примут, а законопроект ЛДПР в июле даже не допустили до рассмотрения депутатов Заксобрания и завернули еще на стадии рассмотрения социального комитета? Ну, я думаю, что так был преподнесен. Что это еще раз? Так был преподнесен. То есть вы думаете, что это были ошибки партийцев, ошибки ЛДПР, там какие-то технические, они должны их исправить? Технические или какие-то еще. То есть я считаю, что этот законопроект надо продвигать и точно так же находить сторонников этого законопроекта. Ну вот думаю, они 26 сентября как раз планируют вынести его на обсуждение и посмотрим. Посмотрим. У нас программа завершается, мы не успели там обсудить еще две темы, но время наше неумолимо бежит, поэтому... Я благодарю вас за эфир. Я слушателям напоминаю, что сегодня особое мнение свое высказывал депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России» Николай Бурсуков. Спасибо. Николай, и спасибо вам. Спасибо большое. Да, всего доброго. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101 FM.